Фан-клуб «Зенит» в преддверии новогодних праздников провел турнир по мини-футболу. На поле встретились три команды. Это представители трех учреждений – спорткомплекса «Каштан», имени Садырина и Центр спорта «Муравленко». Для тренеров это была отличная возможность увидеть своих воспитанников в деле и выяснить, чья школа футбола лучшая. Мы решили провести такой небольшой новогодний турнир среди детей 2005 и младше возраста, ну, чтобы дети могли показать свои навыки, которые они за год набрали. Ну и сами понимаете, что вся, как говорится, опыт набирается, когда через игры. То, что дети тренируются, это одно, как опыт и мастерство приходит через игры. По результатам турнира первое место заняла команда Центра спорта «Муравленко». Серебро досталось игрокам спорткомплекса имени Садырина. Третьими стали футболисты «Каштана».